Здравствуйте. Хочу познакомить вас еще с одной книгой Джона Грина «Виноваты звезды». Краткое содержание. У Хейзер Ланстер в юном возрасте обнаружили рак легких. Она считает, что должна смириться с тем, какой стала ее жизнь. Но затем случайно она знакомится с молодым человеком по имени Агастус Уолтерс, который несколько лет тому назад смог побороть рак. Когда Хейзер в своем саркастическом тоне пытается прервать попытку Агастуса познакомиться, он понимает, что нашел девушку, которую искал всю жизнь. Несмотря на страшный диагноз, молодые люди радуются каждому новому дню и пытаются осуществить мечту Хейз – встретиться с любимым писателем. Они пересекают океан и едут в Амстердам, чтобы эта встреча состоялась. И хотя это знакомство оказывается не совсем таким, каким они ожидали, в этом городе молодые люди находят свою любовь, возможно, последнюю жизнь.